любительница грецких орехов пришла. Иди сюда, давай я покормлю тебя. Ты есть ты хочешь, нет? Хочу, говорит. Хочу есть. Ну, она первым делом полезла, конечно, в карман за грецкими орехами. Я тут чистил кормушку. Еще не успел ничего насыпать. Поздно прихожу и не успеваю. День короткий стал. Сейчас уже темно. Сумерки. Злодейка это. Это ласковая белочка, она и гладится дает. Она прям вообще ласковая такая, хорошая. И любит грецкие орешки она. И кусать за пальцы она любит. Молодец какая. Знает она, где грецкие орешки лежат. Ой, очень хорошая белочка. Молодец она какая. Какая хорошая. Прибежала. Она издалека бежала и сразу полезла на левую ногу в карман за грецкими орехами. Молодец какая. Вес у нее хороший. Но они не доели здесь. Значит, она питается здесь. Молодец. А я, кстати, тут много оставляю. Это последние кормушки. И все, что остается, я фактически оставляю здесь. Фундук разбрасываю вокруг. В кормушку он в ту кладу фундук. Если остается он. Там, кстати, белка сейчас бегала. Не пойму, куда она делась. Дай. А вот. Как она прибежала? Она верхом что прибежала сюда? А, злодейка. Нет, там в кормушках ничего. Сейчас я не успел положить. Там сзади меня кормушка. Она туда побежала. А странно, она полезла в карман за грецким орехом, а сама голодная. Нет тут ничего. Солнце. Наверное, надо было... Что-то фокус куда-то ушел. Надо было сначала дать ей грецкий орех, чтобы она спрятала куда-нибудь его. И пока прятала, я бы кормушки наполнил. Ну-ка. Фокуса нету. Ну-ка слезь-ка. Солнце, слезь. Ну-ка слезь. Где фокус-то? Ну-ка продолжаем. Все, говорит, не хочу. А орешки хочешь? Орешки, говорит. Я там немного фундука кинул. Сейчас. Иди сюда. Смотри. Молодец, как показал я ей где. Ну-ка. Найдет она, нет? Найдешь ты, нет? Найду, говорит. Все.
рыжая прибежала. Ну да, тут три белки в основном бегают. Вот это любительница грецких. Рыжая вот эта. Вот эту рыжую я очень тяжело снимать. Ну сейчас вообще невозможно, я имею в виду фотки делать. Сейчас темно. Но даже когда светло, она все время в движении. Поймать, когда она... Вот еще одна. И вот это вот, да. Три белки. Тусуются. Тут может и больше, но... В основном я три белки вот эти вижу. Рыжая все время в движении. Она даже когда, кажется, вот стоит на месте, она все равно... Фотки плывут с ней почему-то. Злодейка какая, а? Ворона тоже фундук любит. Мы тоже, говорит, фундук любим. Вот она, пробежала. Что-то быстро. Слышь, ты как-то быстро бегаешь, злодейка. Очень-очень быстро. Ух! Ух, ух. Ох, какая ты, а? Злодейка. Мне вообще-то где-то в другую сторону надо было. Ворона за ней, конечно же. Все.